Начало августа. Несколько дней подряд постояла долгожданная, сухая, жаркая погода. И вот сегодня опять начались дожди. Дождик пошел очень сильный. Капли крупные. И чувствуется, что влаги с неба выпало немало. Почва еще толком не успела просохнуть после затяжных, многочисленных и очень обильных дождей в июле. И вот опять начинается дождливая погода. Вот и молнии сверкают. Дожди, конечно, гром гремит. Дожди, конечно, это очень хорошо, но все хорошо в меру. Особенно тяжело помидоркам, потому что листики у них уже начинают заболевать из-за постоянной повышенной влажности. Ну да делать нечего, с природой не поспоришь. Одно хорошо, хоть града нету. Ну, надеюсь, и не будет. Хорош дождичек. Ну, скорее бы кончился.